Всем доброе утро. У нас вот так. Нет дождя, зато ветерка. Бедная собачка, мне такого жалко. Сидит такой. Машину немного да подальше оставила, потому что вчера вечером приехала и негде было парковать. Ну, тут за углом буквально. Ну, знаете, тепло на улице, прям теплище. Я, несмотря на то, что я похожа на укутанную, но нет. Она легкая, вот эта вот шубейка моя. Больше даже на кофту похожа. Ой, Лиза. Все. Вы знаете, сегодня день рабочий был не особо продуктивный. Но пришла клиентка и сказала, что она в церковь ходит. Что все мои бабушки заболели, блин. Представляете? Говорит, болеют. Но сейчас на вечер уже еще две записались. Я их, в принципе-то, ждала. Так что не все потеряно. У нас еще целый вечер. Я разогреваю себе плов. Вот. Кстати, вот такой он у меня аппетитный. Это мужина тарелка. Когда он придет, я его поставлю разогреваться. Поставила машинку стиральную. Слышу сейчас машинки во всех... Во всех этих квартирах, блин, воды так не здесь. Стираются. Вот так два дня дождика, и все, испанцы уже в панике. Как это так? Как? Ай, машинка не стирается, грязная одежда. А ты что так смотришь на меня с таким любовным взглядом, а? Да. Так что вот так вот. А я уже, знаете, запереживала. Говорю, вот где мои все клиенточки, а вот две вечером придут. Ой, забыла повязочку в машинку кинуть. Вообще у меня проблема была, прям, знаете, я уже всю одежду, я же ее каждый день меняю спортивную, а у меня всего их две. Вот, то есть одну хожу, другую стираю. А эту я все две израсходовала одежды, полезла вчера. Что-то прям как-то она слабо. Сейчас сделаю. Полезла вчера в закрома, достала майку, кое-какую там у меня 100-летняя была. В общем, вот. Так вот, кое-как позанималась. Да не кое-как, а в кое-какой одежде. Ну ничего, кроссовки все надо сушить, они все мокрые. Беда-беда, вот так вам, два дня в дождя. Так как сегодня спортзала нет, сделаю себе спортзал сама. То бишь полезу наверх, вон туда, видите, где замок. Вон там. Пешкаруса. А потом спущусь к пляжу. Прогуляюсь. Ну, в принципе, как обычно. В принципе, не как... Хотя не как обычно, потому что... Ой, а тут и парковочное место нет. А я что-то его не заметила. Это такой шикарный. Это, походу, машина только уехала. Ну, ладно. 100 метров там погода никакой не делает. Поэтому полезла я. Там меня с клиенточки ждут. Ну, не ждут, наверное. Они тоже лезут, но на машине. Вера, Вера. Никого. А дунди ба, беняки, пураки. Вот лестницы начались. И вперед. Вперед из песни. Блин, смотрите, здесь все перекрыто. Я хочу, знаете что, нарушить закон. Я там посмотрела, там нормально. Что делать? Вдруг не стоит или на голову что-нибудь упадет. Да, тут все так замуровали, блин, пройдешь. Не нарушишь закон, все замуровали. А я вот тут сейчас пролезу. В
общем, не полезла я там. Там все ступеньки, которые были деревянные, я посмотрела вниз, они все разрушены. Еще там такой ветроган, прям ураган. Еще на голову какой-нибудь камень долбанется и буду там лежать. Ах, глупая. А Чарли мой. Мне его жалко. Поэтому сейчас спущусь до машины и на пляж поеду гулять. На машине до пляжа доеду. Что делать? Видите, какая разруха. Дождем, наверное, размыло вчера. Так, я поработала хорошо. Вечерком поработала хорошо, хоть это радует. Я приехала на пляж в нашем городе. Смотрите, не знаю, видите вы или нет, сколько дождя. Видите, это все вода. Ветрован такой вообще. Не знаю, видно вам? Это вот все вода. А там вдали порт. Это все вода. Здесь все как залито. Ой, тетя там. Тетя там. Тетя там. Чего ты? Где-то посадки? Рыба моя сладкая, погулять с ним. Здесь люди спортом занимаются, ходят, пробежкой занимаются. Ну, а мы вот так прогуляемся тоже. Здесь по ветра поменьше, чем там. Вот, потому что там такое гороганище. Там пляж идет вот так, а здесь вот так. Вы поняли, да? Ой, блин. И вот сегодня мы на работе разговаривали по поводу этого дождя. Все разговоры были только о том, машинку нужно стирать, поставить, чтобы вещей нету. Я говорю, как это так, говорю, всего 2 дня не было дождей. Они сами смеются. Говорят, да, говорит, и все, все, одежды нету. Ой, смотрите, как все закрыто. Ой, уже елку поставили. В комнате, в квартире уже елку поставили. Не рано ли? У меня клиентка одна, она собирает белен каждый год. Белен это вот как, я помню, у меня есть видео, я к ней домой в гости ходила. Называется видео в гостях у клиентки. Так вот, она белен собирает. Ну, это библейская тематика, там фигурки разные, типа Иисус, Рождество. Воспроизводит Рождество Христово. И вот они собирают его вот как раз на следующий... Нет, не на следующий, а на той неделе, когда я буду в России. Ой, это еще прикол такой. Ну, я всех же оповещаю, что я через неделю уезжаю. И они такие, ой, мне надо-то покраситься, мне надо постричься. Ой, как же так? Я говорю, да я всего на неделю уезжаю. Все равно. Я говорю, да вы даже не заметите, что я куда-то там уехала. И смеемся такие. Сейчас пришла дочка с матерью. Я говорю, а да она еще придет через неделю, когда я уже вернусь, и спросит, а куда же ты уедешь-то? Ты же вроде уезжать собралась. Я говорю, даже не заметите, что я куда-то там уезжать собралась. Тем более там праздники будут. Там такой график будет непонятный, что они все... заблудятся, как говорится, запутаются. Так что вот так уже переживают. Как же так? Им надо покраситься, им надо подстричься, чтобы вот пережить это время, когда меня не будет. А вообще это, знаете, когда уезжаешь, когда работаешь на себя парикмахером, в общем, надолго нельзя уезжать, потому что можно вернуться, а клиенток уже и нету, потому что они могут уйти к другому парикмахеру. Тот парикмахер им понравится больше или еще почему-то по другой причине. И, в общем, вот так можно потерять клиенток, которые я нарабатывала в течение уже большого времени. Так что же терять... Но они у меня верные. Так что они уже проверены временем. Я уже два раза или три уезжала, поэтому... Нет, есть такие, которые приходят, есть, которые уходят. Все есть. Видите, все, воды много. Так что все, уже предупреждаю их, что я уматываю. Зато они мне чаевые дают и говорят, это тебе вот на поездку. Так вот. Такие вот у нас отношения с моими клиентками. Смотрите, какое здесь море. Ух! Море. Там, кстати, эти, как их называют, пожарники выкачивают всю эту воду. Офигеть. Офигеть, какое море.
там машина сзади едет тоже. Это море проходит. Мы едем домой, да, Чарли? Чарли сейчас тут везу. Все равно он сейчас назад уйдет. Полиции нету, надеюсь. В общем, на улице не холодно, но, блин, ветроган такой, что просто пипец какой-то. Эти лежачие полицейские тоже меня добивают. Все, нагулялись. На голове у меня, наверное, там вообще... Я упала, синовала, тормозила головой. Ой. Все вот так. Вот так суббота прошла. Завтра у нас обещает день быть интересным. Так что вы не оставайтесь на связи. Продуктивный завтра день должен быть. Вот так. Пришла домой. Все дома сидят. Парковочных мест не найдешь. Ну, там кое-где нашла. Я себе тут ананасик порезала, сейчас покушаю. Вот, я его тут вот так вот режу сразу и в холодильник ставлю. Заварила себе чай виноградный. И буду сейчас лопать. Ужин у меня такой будет. Так. Что-то так спать охота, прям страсть. А знаете как, ляжешь... спать и все, и глаза откроются на всю ширь, и ни в одном глазу не будет, так всегда. Сейчас все-таки пойду сериальчик еще посмотрю. Ничто не бывает дважды. Интересный такой, знаете, можно посмотреть и все, и день на этом закончен. Так что всего вам самого лучшего. Встретимся завтра. Завтра будет интересно. И всем пока-пока, до завтра.